To the cage, Adam Alaye. Hey, Nachchua wasa, Nachchua wasa. Say day mehkasi laram, anasvina Nachchua wasa. Следующий поединок к вашему вниманию, уважаемые дамы и господа, на турнире ACB87 в английском Ноттингеме. Адам Алиев против Андрея Уинера. Адам Алиев уже появился. Его профессиональная карьера стартовала в 2012 году, причем с поражения от Аслана Молова. Также был афронт в 2015 году от Шамиля Газиева. Ну а затем сплошь победы в количестве 6 штук, в том числе на турнире ACB. Причем старается выигрывать свои поединки досрочно Адам Алиев. Его рост 1,80 м, вес, соответственно, 70 кг, 8 побед и 2 поражения, о которых я уже сказал. А вот теперь его оппонент, англичанин из Лестера, Андре Уинер. Гораздо более опытный, более взрослый соперник, 36 лет ему, рост 1,80 м, вес 70 кг, 21 победа, 11 поражений, причем, как правило, выигрывает решениями судей Андре Уинер, а Уинер, как вы помните, в переводе с английского означает «победитель». Ну вот пока что до победителя именно каких-то титульных боев ему пока далековато, но тем не менее дерется он уже с аж 2004 года, представляете себе, да, нехитрые вычисления говорят нам, что это почти 15 лет скоро будет. Дрался в UFC, кстати, если кто забыл. Ну, правда, не слишком успешно, проигрывал там небезызвестному нам всем Деннису Сиверу, проигрывал Нику Ленцу, проигрывал Россу Персону. Все-таки начал с 2 побед. Да, но при всем при этом он уже был в самой сильной организации мира. Андрей Уинер показал вчера на официальной церемонии взвешивания 70 кг 800 граммов. А вот Адам Алиев также 70-800. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 70.8 kilos. His professional record consists of 8 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Grozny, Russia, please welcome Adam Alaye. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 180 centimeters tall. His official weight, an identical 70.8 kilos. His veterans record stands at 21 victories opposite 11 defeats with 2 draws. Fighting out of Leicester, England, please welcome Andre Winner. And your referee in charge of the action, Greg Clemens.
Ну что ж, давайте посмотрим. Кстати, из последних боев в исполнении Андре Винера можно выделить его встречу с нашим блистательным ударником Акубом Степаняном, которому он проиграл на турнире Лига С-70. Проиграл, правда, решением судей. И также справедливости ради стоит сказать, что Андре Винер не выступал 2 года. Последний бой датирован 2016-м. Поджимает Винер. Вертушечка от Адама. Пытался пробить правой в туловище Винер. Здесь уже бэк-кик в область туловища. И здесь в бедро. Классный удар в кикбоксе, называется «Хвост дракона». Да, и в карате кикушин повсеместно применяется. И вот здорово, здорово здесь попадает справа. Через ноги зашел здорово, но сократил дистанцию, немножко вывел из равновесия по передней ноге и дальше уже отработал. Вот повторить надо бы. Адам попал, классный удар. Чуть-чуть скрыл эти удары с рук за счет перемещение внимания своего собственного соперника на другие части своего собственного тела. Нужно их было защищать ему, ну и перевел в голову. Сейчас вот здорово, Адам продолжает действовать. Очень плотный лоу-кик мы только что увидели от него. Да, и разносторонний, что вдвойне радует. Ох, опасно ударил правой прямой, посмотрите, опять Адам Алиев. Здорово бьет в бедро, и Уинер... Очень быстрые руки у Уинера. Сейчас пропускает он по туловищу навстречу. И почувствовал, что Адам попал в корпус. Здорово попал до этого. И добивает его. Сложился в две половины Уинер. Именно от жесткого пропущенного удара по корпусу. Рефери находится рядом, пока что не останавливает. И насколько чувствительный Адам. Все-таки вот инстинкт убийцы у этого парня действительно существует. И пытается по-прежнему доработать. Все еще оказывает давление на соперника. Адам Алиев. Тайский клинч. Правый снизу от Уинера. Да, и правое колено от Адама. Рядом с целью. Был близок Адам Алиев, чтобы выиграть вот у этого соперника, бывшего бойца UFC. Досрочно. Снова хороший очень лоу-кик. Причем пробивает лоу-кик так, чтобы там еще и коленный сустав максимально пострадал. Здесь уже мимо цели. И, по-моему, надо чуть-чуть заканчивать с этими вертушками. Посмотрите, даже вот сильно потерял функции Адам Алиев. Это значительно так видно, наверное, невооруженным взглядом для всех. И это, конечно же, прежде всего энергозатратные действия вот всевозможными ударами с вращением, потому что они забирают, конечно, дополнительные силы. Да, ну и вообще, в принципе, удары ногами, они забирают больше сил, нежели удары руками. С вращением еще более. Мы знаем эти законы, простые законы физики. И при этом Винер с очень говорящей фамилией, победитель, с быстрыми, хорошими руками, школа бокса у этого парня есть. Сейчас хорошо действовали в обмене соперники. И один на второй смотрелись убедительно. Ну и мы знаем также на русский манер наша великая заслуженный тренер страны и Советского Союза России Ирина Санна Винер. Есть у нас тренер по художественной гимнастике. Однофамилица этого парня Андрея Винера. Классное было начало, но и вот сейчас в концовке так парни поднаелись, видимо, поднаелись, да, и решили взять небольшую паузу. Вот сейчас колено неплохо атаковал на выходе. Очень хорошая была атака. Адам Алиев. Адам нестандартно действовал, и что характерно для этого парня, он может в ударной технике очень быть разносторонним, и техника использование различных ударов у него очень высокое, и при этом арсенал также очень широкий. Ну вот не надо вращаться, здесь слишком много уже, как я уже
предыдущем эпизоде отметил, что уже чрезмерно. И они могут уже эти вращения злую шутку сыграть. Конечно, потому что на доли секунды ты поворачиваешься сопернику, к сопернику спиной, ты его не видишь. И сколько нокаутов мы видели как раз контратаки от ударов после вращения. Особенно теряя, конечно, физические возможности, в этом случае удар с вращением лучше не наносить. Вот здесь очень хорошая комбинация. Потрясающе действовал. А далее будет еще более потрясающе. Вот это встречный удар коленом. Как он попал по туловищу красиво. Как классно было исполнено. Потом еще раз туда дополнил удар. И вот здесь спасался. Конечно, бывший боец UFC Андрей Винер. И спасся он все-таки. Да, молодец. И рефери, кстати, тоже молодец, что не стал останавливать, потому что там в какой-то момент показалось, что нету активной защиты, но при всем при этом Андре Уиннер не плыл, при всем при этом он сохранял ясность ума, сознание, защищался осмысленно, поэтому рефери молодец, что не остановил бой. Set now for round number two. Поехали дальше. Лев in the blue corner, Andre Winner in the red. Второй раунд начался, и при этом в атаку идет в этом раунде Winner первым. Но чего-то по-настоящему пока еще серьезного он не исполняет. Опять. И привыкает, конечно, Андре Уиннер к подобным действиям Адама Алиева. Да, Алиев опять пробовал удар с вращением ногой, ту самую вертушку, но мимо цели. Конечно, это действие забрало у него чуть больше сил, нежели могло бы забрать более простое. И, может быть, более эффективное действие. Ну, вот, например, тот же самый лоу-кик. Вот здесь уже просто Майя Плисецкая. Не, ну понятно, что Адаму Алиеву виднее, как ему работать. И он чувствует, наверное, это движение. Но вот со стороны смотрится это лишним. А вот лоу-кик, кстати, у него с правой ноги очень мощный, очень хороший. А теперь уже бэкфист закладывает. Сейчас Адам скрывал хорошо очень этот удар. Но не получилось точно попасть. Еще один жесткий лоу-кик с правой ноги. Но вот сам он повторно, по сути, так, знаете, ошибку совершает. Подхват был ноги его, потому что удар был на более низких скоростях исполнен. И, ну, может быть, незамысловато действовал. В этот момент, кстати, за спину забирается Андрей Уиннер, берет шею и очень близок к тому, чтобы удушающий захват осуществить. Да, так и получается. К сожалению, Адам Алиев проигрывает. В первом раунде это не получилось. Второй раунд. Первый раунд не получился как раз завершить досрочно у Адама Алиева. Мы помним, был шанс, невероятный шанс выиграть нокаутом. По туловищу было жесткое попадание, потом еще раз туда повторное. Вот не смог добить Адам Алиев, но во втором раунде здесь своим шансом воспользовался Андре Уиннер. Очень опытный боец, бывший боец лиги UFC. И при этом парень там тоже был не совсем уж последний. С двух побед он начинал. Выигрывал бои. С двух побед в карьере. И в последующем уже была череда поражений. Но вот здесь он, конечно, мастерски вышел за спину и осуществил удушающий захват. Да, сегодня очень много побед удушением, кстати. Кстати, насколько он легок, весел и еще при этом очень так подробно объяснил своему секунданту, что он исполнил. И как он подвел своего оппонента Адама Алиева к этому удушающему захвату. Чуть подергал, чуть подвигался на ногах. В первом раунде, еще раз подчеркну, Адам Алиев были шансы все выиграть этот поединок досрочно, но не воспользовался. Да, но вот во втором уже были совершены те же самые ошибки,
частое вращение, использовал данную технику с ног. Да, и вот смотрите, здорово. And the winner is Andre Winner. Та самая говорящая фамилия, на которую мы обратили с вами внимание. Ждем следующий бой. ACB турнир.